По улицам Анапы разгуливал сбежавший с фермы крокодил. Хищную рептилию жители курорта обнаружили на стадионе. При этом крокодил спокойно лежал на асфальте и не проявлял признаков агрессии. Видео с рептилией опубликовали в социальных сетях 17 июня. По словам очевидцев, рептилия сбежала на волю с крокодиловой фермы. Интернет-пользователи пошутили, что из-за карантина природа настолько очистилась, что в Анапу вернулись крокодилы.